Страшная авария закончилась для троих жителей Иваново воскресная рыбалка. Возвращались мужчины из Кинешемского района в областной центр. В 14:44 на 23-м километре трассы Иваново-Родники ВАЗ 11-й модели выехал на левую обочину и врезался в металлический отбойник. За рулем находился 50-летний мужчина. Он не справился с управлением. С ушибом грудной клетки водителя госпитализировали. Один из пассажиров получил медицинскую помощь и был оставлен на месте аварии. А вот третьему мужчине, он ехал на заднем сидении, помочь не удалось. Металлическое ограждение буквально прорезало левый борт отечественного автомобиля. 60-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Водитель был трезв. По предварительной причине, со слов самого водителя, он в момент ДТП заснул, что и послужило причиной выезда его на полосу встречного движения. Неудовлетворительных дорожных условий на данном участке выявлено не было. То есть все соответствовало установленным требованиям.